8 минут в Лиссабоне стартует Евровидение. Начинается главная музыкальная неделя сезона с торжественной церемонии открытия. Правда, традиционная красная дорожка в этом году стала синей. Морская тематика пронизывает конкурс в этом году не случайно. Город на берегу Атлантического океана даже в слогане Евровидения отразил морскую волну. Все на борт. И практически все страны конкурса теперь в обойме. На конкурс вернулась Россия. После обращения мэра Лиссабона и церемонии открытия артистов ждет вторая, самая сложная неделя в Португалии. Это три генеральные репетиции, сами полуфиналы и гранд-финал, которые зрители «Беларусь-1» и «Беларусь-24» увидят в прямом эфире во вторник, четверг и в субботу. А вот что зрители не смогут ощутить, это атмосферу в гримерках, где исполнители настраиваются на выступление. Эмоциональный видеоблог из Лиссабона от нашего корреспондента Юрия Ярошика. Добро пожаловать на Евровидение! Только главный эфир сможет вам показать, как же здесь все устроено, и дать вам почувствовать атмосферу конкурса. Ну что же, все на борт! 63-й конкурс Евровидения пройдет в Лиссабоне. Его выбрали из 10 городов Португалии. А пройдет он в Алтис-арене. Она насчитывает 20 тысяч мест. Именно там 8, 10 и 12 мая состоится конкурс. Кстати, именно эта площадка принимала Экспо 98 года. Лиссабон по-настоящему музыкальный город. И здесь сделано все для того, чтобы вы смогли окунуться в атмосферу Евровидения. Допустим, сыграть гимн ЕВС прямо на площадке перед конкурсом. За безопасностью на конкурсе следит полиция Португалии. Для того, чтобы попасть внутрь, нужен специальный бейдж. А это Delegation Bubble. Сюда могут пройти только члены делегации. Здесь можно выпить кофе, перекусить, посмотреть репетиции, также пообщаться с участниками Евровидения. Пойдем поговорим с кем-нибудь. Бенямин, давай устроим танцевальный бал. Okay, okay. Yeah? Хорошо, хорошо, давай насчет три. Okay, so, в том году многие нам говорили, вы давите жалостью коляской, но мы решили, если это кому-то мозолит глаза, давайте мы ее уберем. Да, вот он, Русы, братья! И все это настроение меняется на какой? Да. Кстати, символ этого конкурса, между прочим, синий цвет. Даже дорожка будет синяя. Да, так что она пройдет под этим. Ну, как вам наши ребята? Слушайте, яркие, безусловно, вообще замечательно. Да. Ну, а мы пошли. Цвет настроения синий. Внутри мартини, а в руках португальские бикини. Кстати, именно благодаря этим гольф-карам и прекрасным волонтерам артисты могут добраться прямо с репетиции на пресс-конференцию для того, чтобы ответить на самые каверзные вопросы европейских журналистов. Почему ты снова приехал на Евровидение? Почему нет? Это же самая большая сцена в мире. 200 миллионов зрителей. Если бы была возможность, я бы приезжал каждый год. А это пресс-центр, место, где плетутся все интриги Евровидения, все пиар-акции, все моменты, которые заинтересуют именно вас в прессе, придумываются здесь. Пойдем пообщаемся с журналистами и узнаем, что они думают о белорусском номере. Его номер очень драматичный. Израненная спина, розы. Люди будут говорить о Беларуси снова. Я считаю, что Алексеев действительно талантливый певец, он очень хороший парень. У вас классное представление, я уверен, что вы с легкостью пройдете в финал. Ну что же, в зале «Алтис» в этом году 20 камер. Это два крана, доли, которая проходит по периметру сцены. Самая любимая камера режиссеров Евровидения – паук, который движется перпендикулярно сцене. Также два стадикамщика и огромное количество камер, которые смогут заснять артиста в самый лучший момент исполнения его песни. А сейчас в Алтис-арене проходит техническая проверка, включает все 2600 цветовых приборов, которые находятся здесь, проверяет все камеры, пиротехнику, а главное – стрессоустойчивость людей. А это святая святых Евровидения. Здесь, может быть, не была вообще ни одна камера, кроме камеры главного эфира. И сегодня для вас мы покажем комментаторские кабинки, где находится наш комментатор Евгений Перлин. Беларусь номер 8. Forever. Навсегда. Поехали. Супервайзер Евровидения Яна Лассант. Вы готовы к первому полуфиналу? Вы готовы к Евровидению 2018? Да, на самом деле мы готовы. Это будет фантастическое шоу. Я надеюсь, что в Беларуси будет много зрителей. И мы увидим действительно десятку лучших артистов в финале.
Сейчас зал «Алтис-арены» пуст, но уже завтра пройдут две генеральные репетиции и вечерняя для жюри, во время которой она поставит свои баллы. И 20 тысяч зрителей в этом зале будут смотреть конкурс «Евровидение». С вами был Юрий Ерошек, Илья Максимов, Евгений Перлин из Лиссабона, Португалия. Специально для главного эфира.